Ви глядите програму «Новини тидня» на телеканалі «Беларусь-4». У студії працює Наталі Гнатенко. І на протягу ближайших 20 хвилин 7 днів життя нашого регіону вашими кореспондентами інформаційної служби. Глядіть у випуску. Чого Гомельська область чекає супрацовництва з китайськими регіонами? Яким чином можна активізувати ділові контакти з Росією? Об усім гэтым у нашому щотидньовому економічному огляді. Перший намесник начальника головного управления гандлю и послуг Гомельского облвыконкама Галина Горбачевская рассказала нашему корреспонденту Ганне Ковалевой, как будут работать гандлевые объекты у перадсвяточные и святочные дни. А Вероника Ворошилина подрихтовала для вас огляд наибольш цікавых подей культурного життя Гомельщины. Чого Гомельская область чекает супрацовництва с китайскими регионами? Яким чином можно активизовать деловые контакты с Россией? И с какими поспехами сустрел свой 50-годовый юбилей Гомельский химзавод? Это только некоторые темы, которые были у центра уваги на отходящем тыдне. Олег Сентюров с подробязностями. Необходимо створить такие умовы ведения бизнеса, как инвесторы сами шли в нашу страну. Такую задачу поставил президент Беларуси при обмеркавании проекта бюджета на наступный год. А это значит, что у инвестиционную политику, которая проводится у нашей державе, будут унесены коррективы. 2015 на Гомельщине отметная активизация контактов с регионами Китайской Народной Республики. Только в последние месяцы тут принимали делегации Харбина, провинции Сычуань и Цянсу. Минавито в провинции Цянсу на этом тыдне прошел форум с уделом представников органов выконавчей влады и деловых колов Гомельщины. Беларусы рассказали об экономичной привабности своего региона, а так само пропоновали для обмеркования и наступной реализации шерохи инвестпроектов, причем их список будет пополняться. Прорабатывается перечень проектов, которые возможны к реализации за счет льготных китайских кредитов. Это инфраструктурные проекты и проекты по поддержке малого и среднего предпринимательства. Вот в настоящее время только формируется этот перечень, и в ближайшее время, когда будут отобраны проекты, часть из них будет пилотных, надеемся, что будет реализация с использованием этих льготных кредитных линий. Шляхи активизации двухбокового сотрудничества на этом тыдне Гомельская область шукала из Нижегородской области России. Все лето товарооборот помеж регионами склал около 30 миллионов долларов, и у поравнания за отповедным летошним периодом изменился амаль на 17%. Разом с тем, на думку боков, зараз есть махчимости не только выправить ситуацию, але и повеличить объемы взаимных поставок. В приватности, на початку наступного года Гомельщину наведуют представники деловых колов Нижегородской области, какие разглядеть варианты реализации белорусских товаров у России. А про чатого огучены планы по взаимопоставках сельскохозяйственной техники и створению совместного предприятия по станкобудованию. У якости одного из вариантов разглядается махчимость открытия СП на базе заводов станка Гомель и станочных узлов. И еще один перспективный накерунок сотрудничества – будовничая сфера. Капитального строительства как у нас в Нижнем, так и наши фирмы могут участвовать здесь. Министр строительства Беларуси Черный выезжал к нам. Такая задача поставлена. Обсуждали о увеличении поставки станков, в том числе и в нашу Нижегородскую область. Как известно, Гомельский станкостроительный завод работает, надо увеличивать. Сегодня Россия – один из основных доноров у экономики в области. Товариство с российским капиталом «Будинвест Екатеринбург» зарегистрировано у Гомеля в снежне 2011-го. Сгодно с инвестпроектом, тут повинны были наладить вытворчесть дитячего отделения и карнавальных костюмов. Задачу не просто выконали, але и уклали сродки у ящедну вытворчесть пошив джинсовых костюмов. Ранее у Беларуси, кажут, ничего аналогичного не было. Производство – это первое в Беларуси. Производство очень сложное, потому что в себя очень много включает процессов. То есть это доставка из Китая, раскрой, создание моделей. Работаем мы на российский рынок. Вот. Там очень большая конкуренция. Поэтому нужно придумать такое, которого бы там не было. И цена должна быть немножко дешевле. Отметная подея о экономичном житті Гомельской области на этом тыдне – 50-годовый юбилей химичного завода. Сегодня это одно из ведущих предприятий нафтохимичной галины Беларуси и буйнейшей Украине, где вырабатываются минеральные удобрения с утриманием фосфором. Зараз доля завода на сусветном рынке фосфорных удобрений складает около 10%. При этом на предприятии подкресливают, утримать этот рынок в умовах жесткой конкуренции совсем непросто. А тому модернизация, якая проводится постоянно, не сама мета, а житевая необходимость, якая одночасово со снижением энергозатрат и, отповедно, себекошту продукции, да помогая вырешить и еще одну задачу – снизить объемы отходов вытворчести фосфогипсу по новых технологиях, его утворяется значно меньше.
Гэтае горы адходаў вытворчасці, своеасаблівая візітная картка гомельскага хімзавода. Зараз іх тут каля 20 мільёнаў тонн. Каб знізіць гэтыя аб'ёмы, толькі сёлета пастаўкі фосфагіпсу на цаметныя заводы павялічылі ўдвая. Сёння гомельскі хімзавод не толькі поўнасцю забяспечвае патрэбы айчынных гаспадарак, але і пастаўляе да 60% вырабленага на экспарт. Сёлета, напрыклад, гэта прынесла прадпрыемству такія валютныя паступленні, якіх раней у яго гісторыі не было. Прычым тут перакананы, гэта не мяжа, і калі працягваць палітыку укладання інвестыцый у вытворчасць, то лічбы будуць яшчэ больш значнымі. За эти 5 лет мы по экспорту приросли практически на 50%. И в этом году экспорт в денежном выражении составил более 160 миллионов долларов США. Это, конечно, для нас рекордная сумма, но мы на ней не останавливаемся и ставим задачу в следующем году еще прирасти. В этом году мы поставили порядка 450 тысяч тонн фосфорных удобрений на экспорт. Основные традиционные рынки сбыта для нас являются страны Балтии, Польша, Украина. К примеру, в Украину мы в этом году поставили более 150 тысяч тонн. Для нас он самый премиальный рынок. Доля рынка составляет 38% на сегодняшний день. Як будуць працаваць гандлёвыя аб'екты ў перадсвяточныя і святочныя дні? Якія прадукты можна будзе купіць па зніжанай цане? І колькі будзе каштаваць галоўны атрыбут новага года – жывая елка? За адказамі на гэтае і іншае пытанне наш корэспандэнт Ганна Кавалёва звернулася ў галоўнае ўправленне гандлю і паслуг Гомельскага аблвыканкама. Сотрудники торговли и услуг – это те люди, от которых во многом зависит то, как мы встретим Новый год. Какие сюрпризы они готовят к этому празднику, прямо сейчас узнаем у первого заместителя начальника Главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома Галины Николаевны Горбачевской. Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Галина Николаевна, и сразу такой основной вопрос. Скажите, пожалуйста, как будет организована новогодняя торговля в предпраздничные и праздничные дни? 31 декабря – обыкновенный рабочий день. Единственное, что сейчас прорабатывается вопрос с объектами круглосуточной торговли. Мы тоже нацеливаем на то, чтобы эти объекты работали по своему обычному рабочему дню. Но мы все живые люди, и каждому хочется встретить Новый год в семье. Это шикарное желание, и поэтому мы сейчас прорабатываем, что делать с круглосуточной торговлей. Возможно, будут оставлены дежурные магазины, а все остальное будут даны разрешения на работу, будем говорить, по сокращенному режиму работы. 1 января, опять-таки, день такой специфический, поэтому по усмотрению администрации, по предложению, может быть согласован в местном исполкоме более позднее начало рабочего дня для магазина, нежели обычный. Галина Николаевна, согласитесь, что Новый год – это любимый многими праздник еще и потому, что это время приятных скидок. На какие акционные предложения могут рассчитывать жители Гомельской области? Если говорить о местных товаропроизводителях, то практически все три мясокомбината предоставляют определенные скидки на собственную продукцию в предновогодние дни. Я не могу сказать, что это вся линейка ассортимента, но те или иные позиции, как будем так говорить, можно их назвать топовые позиции, они будут иметь скидки. То же самое у нас происходит и с молочными комбинатами. Плюс наши кондитерские производители, плюс наши производители ликероводочной продукции. Поэтому скидки предоставляются, вот сезон скидок, он, в общем-то, в разгаре. В этом году эти же установлены, да, цены на хвойные деревья? На каком они уровне будут? Но на сегодняшний день, да, цена лесохозяйственными предприятиями, она определена. И будет зависеть от вида ели и ее размера. В частности, если мы говорим о самом массовом спросе, ель обыкновенная, натуральная, то будет она стоить от 75 тысяч до 130 тысяч рублей за дерево, в зависимости от высоты. Галина Николаевна, ну а если вот говорить о пиротехнике, как удостовериться в качестве такого товара? Где покупать пиротехнику? Естественно, не на руках. Естественно, не у каких-то знакомых и так далее. Пиротехнические изделия, как средство повышенной опасности, можно приобретать только в специализированных магазинах. Напоминаю, что продажа пиротехнических изделий на рынках запрещена. Так вот, бежать на рынок для того, чтобы купить пиротехнические изделия, сегодня не надо. Нужно идти в специализированные магазины.
И можно же потребовать какой-то сертификат? Обязательно. Каждый потребитель имеет право на любой товар, не только пиротехнические изделия, попросить. И он имеет право на то, чтобы ему предъявили любой документ, подтверждающий качество и безопасность товара. Галина Николаевна, у меня к вам последний вопрос. 2015 год подходит к концу, и, конечно же, нам интересно, каким он был для Гомельской области. Каковы успехи и достижения в сфере торговли и услуг? 2015 год – это еще один год нашей жизни. Был он простым или сложным? Ну, простым его назвать нельзя. В текущем году мы наблюдали и принимали всяческие усилия для того, чтобы сдержать падение розничного товарооборота, то есть объемов продаж. Смогли сдержать цены на потребительские товары, причем, если рассматривать, то индекс цен сегодня в Гомельской области один из самых низких в Республике Беларусь. Приятно то, что к нам поступают все-таки инвестиционные предложения. Субъекты заинтересованы во вложении финансовых средств в развитие торговой отрасли. Это тоже приятно. Галина Николаевна, огромное вам спасибо за беседу. Я думаю, что ответы, которые прозвучали сегодня от вас, будут полезны многим нашим телезрителям. За круглым столом у Гомеля абмеркавалі указ президента номер 420 об унесении изменений и дополнений у директиву президента Республики Беларусь номер 1 и удел профсоюзов у ее реализации. Ключевая особливость новой редакции – принятие додатковых мер по снижению гибели и травмирования громадян на вытворчасти. Сёлета на Гомельщине отбылося 22 несчастные выпадки со смяротным зыходом. У параунанні с минулым гэта амаль удвоя больш. Причинами здарэння, якія привели до гибели людей, стали безадказное ставление самих громадян до уласного життя, а так само то, что керавники организации не заўсёды представляют здоровые и безопасные умовы працы. Менавіта по гэтых напрамках будут шукаться шляхи вырашения проблемы. До речи, сегодня при отрымании вытворчей травмы компенсация продугледжена Белдзяржстрахам и сгодна с коллективными домовами и погаднениями. Выплата может скласти до 10 среднегодовых заробков. Основное у нас в этом году несчастные случаи произошли в организациях агропромышленного комплекса. И что больше всего нас настораживает, каждый третий погибший был в состоянии алкогольного опьянения. У Гомельским городским следшим комитете прошел день открытых дверей. Больше, как 50 навученцев кадетского училища вырашили подробязнее доведаться про працу следших. Самой цікавой была практичная частка. Подлеткам демонстрировались науково-технічные сродки, которые следшие используют подчас працы на месте здарення. Міношукальники, приборы для отшукания биологических следов и отбитков пальцев. До речи, правильно снять отбиток пальцев справа не такая простая, как показано в фильмах. После теоретичной частки кадеты отримали практичные веды. Они попробуют сами лично при помощи дактилоскопических порошков обнаружить и изъять с условного места происшествия банальный отпечаток следа пальца руки. Як отзначил Аркадь Страцяков, сегодня не так шмат жадающих поменять зручные джинсы на форму. До речи, каб трапить на працу у следчий комитет, необходимо отримать высшую юридичную адукацию, альбо иметь среднюю адукацию и стаж працы. У Гомелі на базі Палаца творчості дзяцей і моладзі адкрыўся унікальны ресурсны цэнтр. Тут дзецям дапамогуць вызначыцца з выбарам прафесіі і накіруюць адпаведныя гурткі. Падрабязнасці ў нашым наступным сюжэце. Звярнуцца за профарыентацыяй можа кожны жадаючы ва ўзросце ад 6 до 31 года. Тут не толькі правядуць дыагностыку, але і падкажуць адпаведныя гурткі, якія дапамогуць развіваць свае здольнасці. Важна і тое, што такую падтрымку цяпер акажуць у кожным раёне нашай вобласці. 25 прадстаўнікоў установ дадатковую адукацыі Гомельшчыны абмеркавалі на кірункі развіцця. Учреждение дополнительного образования – это центры, по сути, профориентации. Если ты хочешь быть художником, если ты хочешь быть архитектором или хочешь быть, допустим, дизайнером, то ты ходишь на кружок по визастудию или декоративно-прикладного творчества. У планах ресурсного центра сустреча на местах и открытие сучасных гуртков. У развитии будут притримливаться инновационные накерованности. Сегодня отзначают, не хапает занятков по фотографии, набирая популярность инженера и робототехника. Такая задача должна решаться и в семье, и в системе образования, в учреждении основного образования, в учреждении дополнительного образования. Потому что, в общем словом, это мы можем назвать социализация подростка.
А зараз об подеях культурного життя Гомельщины. Международный дитячий конкурс «Музыка надеи», первый в регионе конкурс «Прихожости и грации сирот замужних жанчин «Миссис Гомель-2015», а так само выстава икон «Образ скрозь стагодди». С гэтыми и іншими цікавыми культурными подеями вас познайомить Вероника Ворошилина. На гэтым тыдні ў стенах Гомельскага дзяржаўнага каледжа мастацтва імя Сакалоўскага адбыўся міжнародны дзіцячы конкурс «Музыка надзеі». Ён аб'яднаў у адзіным творчым парыве каля 120 юных, аднак не па ўзросту таленавітых, мэтанакіраваных і амбіцыёзных конкурсантаў з 5 краін свету. Гэта пачынаючыя музыкі з Беларусі, Расіі, Украіны, Малдовы і Эстоніі, якія паспяхова пераадолелі ўсі папярэднія адборачныя туры. Юныя ўдзельнікі фінальнай конкурснай праграмы дэманстравалі сваё майстэрства ў валоданні духавымі і ударнымі інструментамі. Калі для конкурсантаў гэты прэстыжны, досыць вядомы музычны марафон, творчая пляцоўка, якая дае шанс для рэалізацыі сваіх талентаў, то для членаў журы, у ліку якіх заслужаныя артысты і дзеячы мастацтваў, гэта магчымасць адабраць найбольш яркіх і амбіцыёзных юных выканаўцаў, якія ў будучым будуць праславляць сваю краіну. Пераможцаў сёлетняй музыкі надзеі па традыцыі ўзнагародзілі дыпломамі і грашовымі прэміямі. Званне лаўрэатаў па выніках конкурсу атрымалі і тры прадстаўнікі Гомельшчыны, а два гран-пры адправіліся ў Мінск і Гродзенскую вобласць. А ў Гомельскай абласной універсальнай бібліятэцы імя Леніна адбыўся канцэрт баяністаў-віртуозаў Андрэя Даўжынкі і Дзмітрыя Пісаніка. Дуэт «Не баян стайл» – гэта унікальны па сваім фармаце музычны праект. Арыгінальныя сучасныя аранжыроўкі класічных і народных мелодый, а таксама вядомых эстрадных хітоў, цалкам мяняюць звыклае гучанне баянаў і адлюстроўваюць наватарскі погляд выканаўцаў на традыцыйныя музычныя кампазіцыі. Андрэй Даўжынка і Дзмітрый Пісанік неаднаразова пацвярджалі сваё майстэрства на прэстыжных міжнародных конкурсах і фестывалях. У Беларусі, Расіі, Украіне, Германіі, Літве і Латвіі. Падчас іх канцэрта ў Гомелі жыхары і госці абласнога цэнтра атрымалі зараз станоўчых эмоцый і запальнай энергетыкі. А тым часам у абласным драматычным тэатры на гэтым тыдні прайшоў першы на Гомельшчыне конкурс прыгажосці сярод замужніх жанчын. За карону пераможца змагаліся творчыя і паспяховыя сапраўдныя ледзі, якія пабудавалі сваё сямейнае шчасце і зараз з'яўляюцца клапатлівымі жонкамі і маці. Быць прыгожай, мэтанакіраванай, упэўненай у сабе, а галоўнае шчаслівай жанчынай можна ў любым узросце, прычым у незалежнасці ад працоўных і хатніх клопатаў. Менавіта гэтыя ідэалы прапагандуе конкурс прыгажосці і грацыі «Місіс Гомель 2015». На працягу месяца замужнія маці прыгажуні рыхтаваліся да яго ў рэжыме нон-стоп, сумяшчалі сям'ю і штодзённыя хатнія клопаты з дэфіле, заняткамі харэаграфіі і фітнес-трэніроўкамі. Самым яскравым і кранальным момантам конкурсу стаў выхад фіналістак у суправаджэнні дзетак. Шматдзетная маці Надзея Пятрэнка вывела на сцэну адразу з шасцярых сваіх дзяцей, а канкурсантка Вольга Валяватая выйшла на подыум са сваім сямімесячным сынам Уладзіславам. Па выніках усіх конкурсных выпрабаванняў ганаровае званне «Місіс Гомель 2015» заваявала клапатлівая жонка і маці Наталля Яжова. На подыуме яна дэфілірывала са сваёй маленькай прыгажуняй дачкой Ніколь. А ў музеі гісторыі горада Гомеля адкрылася выстава ікон «Абраз скрозь стагоддзі». Экспазіцыя аб'яднала некалькі дзясяткаў работ, выкананых мастакамі Ганнай і Александрам Осіпавымі. Сваё жыццё яны звязалі не толькі сямейнымі, але і вузамі мастацтва, тварылі заўсёды ў дуэце. У сваёй творчай справе майстры выступалі захавальнікамі і прадаўжальнікамі старажытнарускага жывапісу і народных традыцый. На жаль, на адкрыцці выставы яе гасцей сустракаў толькі адзін з аўтараў. Ганна Осіпава пайшла з жыцця, пакінуўшы пасля сябе багатую мастацкую спадчыну. На наступным тыдні гамельчане змогуць глыбей пазнаёміцца з творчасцю аднаго з найбольш вядомых сусветных кампазітараў Людвіга Вана Бетховена. У абласным цэнтры пройдзе першы форум класічнай музыкі. Падчас яго правядзення ў Гомельскім дзяржаўным каледжы мастацтваў імя Сакалоўскага адбудуцца майстар-класы, творчыя сустрэчы з таленавітымі музыкамі, а таксама запланавана серыя яскравых і відовішчных канцэртных праграм. Тут же у каледжы на наступным тыдні усе жадаючы змогуць атрымаць асалоду ад высокадухоўнай харавой музыкі, якая кранае душу, наводзіць на думкі і натхняе. Яна прагучыць у выкананні народнага акадэмічнага хору Гомельскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў імя Сакалоўскага. Канцэртная праграма будзе прымеркаваная да стагоддзя з дня нараджэння знакамітага савецкага і расійскага кампазітара Георгія Свірыдава. У жаночым валейбольным чэмпіянаце Беларусі абласное дэрбі. Гомельская надзея будзе прымаць на сваёй пляцоўцы мазырскую жамчужыну Палесе. Каманды правядуць два матчы. У турнірнай табліцы мазыранкі на трэцім радку, гамельчанкі на сёмым. Гульні адбудуцца 19-20 снежня. Аб іншых найбольш цікавых падзеях у спартыўным жыцці Гомельскай вобласці ў наступныя 7 дзён раскажа Максім Савін.
Две гульни помеж лидерами за 10 дзен. У минулую сераду гандбольный клуб «Гомель» примал столичный «Скай» соступил. Это была гульня третьего круга чемпионата Беларуси. У субботу команды снова выйдут на паркет Гомельского палаца гульнявых видов спорту. Яны проведут перенесенную гульню первого круга. У понеделок сборная Беларуси по хоккею почне черговый учебно-тренировочный сбор. Тренер команды Дейв Льюис вызвал 26 гульцов. У их лик трапил и нападающий хоккейного клуба «Гомель» Артем Волков. У мини-футбольном чемпионате Беларуси команды сгуляют матч 13-го тура. БЧ и агрокомбинат «Паўднёвы» не будут выезжать за межи Гомеля. Чыгуначники сгуляют со столичной аховой «Динамо», «Паўднёвы» с гродинским УВД «Динамо». ВРЗ и Светлогорский ЦКК отправятся у Минск. Вагонобудовники сустренутся со столицей, а ЦКК «Динамо» БНТУ. Гульни отбудутся у субботу 19 снежня. Новини региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. У студии працавала Наталья Игнатенко. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире.